Именитых гостей в этот день на подворье винодела было много, ведь праздник молодого вина у Каракизиди – это такой своеобразный этногастрономический арт-перформанс, где сам хозяин и сценарист, и производитель вина, и философ, и певец, и ценитель прекрасного. В едином действии соединились дегустация, щедрое застолье, наслаждение пространством, музыкой, общением. Почетным гостем юбилейного торжества стал глава города-курорта Анапа Сергей Сергеев. По давно заведенной традиции встречали королеву праздника, прилетевшую на этот раз на супермодном вертолете. Наши принципы каковы? Мы собираем вас не для того, чтобы пропиариться, а напоминаем вам, господа, товарищи, не бойтесь своей страны, честно работайте и получайте от этого удовольствие. А потом дружно давили виноград, чтобы почувствовать зрелость и аромат спелой ягоды и стать соучастниками процесса рождения напитка богов. Бахус с помощницей также пожаловали на праздник, чтобы засвидетельствовать почтение настоящим шедеврам винного дома Каракизиди, уже давно и прочно обосновавшимся на карте Кубанского края.